С 29 сентября по 9 октября в Чите проходил чемпионат России по боксу среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет. Состязались в турнире 337 боксеров из 64 регионов страны. В составе сборной Дагестана выступал каспийчанин Расул Салиев, который сумел завоевать почетное второе место. Спортсмену 27 лет, из них около 15 он посвятил спорту. Для Расула это уже не первый чемпионат России. Про эти соревнования конкретно расскажи, сколько боев сделал? В общем, кто были соперники, откуда, с каких регионов, какой был самый сложный соперник? Так, даже первый бой сложный бывает, пока втягиваешься, продышаться надо. А так, готовились, два сбора прошли хороших. В Высокогорье второй сбор был в Чите, где проходил чемпионат России. Провел четыре боя. Ну, были, все три боя были такие молодые, хорошие ребята. И в финале встретился уже, это у нас третий бой был с ним. Можно сказать, трилогия была. Боксер уже становился чемпионом страны в 2019 году. В этот раз до золота не хватило совсем чуть-чуть, рассказывает заместитель руководителя Федерации бокса Республики Дагестан Достали Гейбатов. Да, мы ждали, честно говоря, от Расула Салиева золотую медаль. Но мы имеем, что имеем. Да? На что был готов Расул, я думаю, он все сделал для того, чтобы выложиться и победить. Финалист чемпионата России, наш каспийчанин, наша гордость. Основная цель и мечта Расула – летние Олимпийские игры 2022 года. Салиев сегодня один из основных претендентов сборной России на олимпийскую лицензию. Нашего города, вот Каспийска, один из претендентов на олимпийскую лицензию в составе сборной России. Но вот на прошлую Олимпиаду он отбирался, к сожалению, неудачно. Очень там сомнительный, суровный бой местным англичанином. Отборы проходили в Англии. И предпочтение отдали местному боксеру. В целом, выступление сборной республики на чемпионате России было вполне успешным. На высшую ступень пьедестала поднялись Муслим Гаджимагомедов и Шарапуддин Атаев. Серебро же, помимо Салиева, завоевали еще трое дагестанцев. Для нашей школы бокса этого мало. В следующем году нужно повторить результат прошлогоднего чемпионата России в Кемерово, где ребята принесли Дагестану 4 золотые медали, поясняет Достали Гейбатов. Для каспичан это будет мотивацией, и мы очередной раз заявим о себе, как маленькая Куба, которая приносит медали нашей стране. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к главе Республики Дагестан Сергею Алимовичу Меликову, также и мэру города Каспийска, где воспитывается такой чемпион, Борис Ивановичу Гонцову. Было бы хорошо, если бы вы дополнительно поддержали нас на тот курс, направленный Федерацией бокса Республики Дагестан для развития бокса, так как мы являемся опорно-базовым видом спорта, после борьбы идем номер два в этой республике. Было бы очень хорошо, если на нас обратили внимание и поддержали нас дополнительными какими-то финансовыми средствами.